Привет, зритель! Узнайте, что сегодня вам сулят звезды. Ставим лайки и поехали! Овен, вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Телец. Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой сплетен. Постарайтесь принять все меры, чтобы избежать этих неприятностей. Близнецы. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту. Рак. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с незнакомыми людьми. Напряженная обстановка в общественной жизни может отрицательно повлиять на вашу психику. Лев. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самобичеванием, так как от этого ничего не изменится. Возможно, легкая депрессия. Дева. Вероятно, сегодня вы почувствуете уравновешенность мыслей и чувств. В спокойной обстановке вам удастся справиться со многими текущими делами. Весы. Благоприятная активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Скорпион. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными. Стрелец. Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности и к неожиданным проверкам деятельности со стороны вышестоящих инстанций. Козерог. День отмечен гармонией в семейных отношениях. Супруги почувствуют очередной виток обновления чувств. Водолей. Водолеев сегодня ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны творческая работа, прогулки с детьми. Рыбы. Вероятно, вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.